И вот, наконец-то кардиган связался. Я думаю, что у всех получилось. Все справились, все молодцы. Мы с вами начинали, это все трудоемко, но оно того стоит. Как мы с вами начинали, вот как красиво набрать ворот, как вывязать кетлевочку, чтобы с изнаночной стороны красиво у нас было, чтобы с лицевой стороны у нас красиво было. Также мы научились с вами вывязывать планочку, чтобы она собранная такая не была, чтобы у нас красиво все тут было. Научились вывязывать петельки для пуговок. Что мы еще? Так, также мы еще с вами вывязывали росток, чтобы у нас по спинке хорошо лежало. Научились вязать реглан сверху. Регланную линию мы выполняли с вами изнаночной, чтобы она не сильно выделялась в этом рисунке. Ну что ж, а также мы научились с вами сшивать иголочкой края изделия, чтобы они красивые были. Видите, как красиво и аккуратно планочку у нас все сшито. Рукава мы научились по кругу сшивать. Вначале, здесь мы выполняли вначале патентную резиночку, а потом сшивали иголочкой, чтобы рукав у нас немножко собранный был. Чтобы он не торчал вот так вот. Чтобы по ручке вот так немножко было собрано. На планке мы не выполняли патентную резиночку, сразу же сшивали край. Также мы и внизу не выполняли патентную резиночку, тоже сразу же сшили иголочкой, чтобы край не был тоже собран у нас так вот, чтобы край был нормально, как надо, прямо. Вот. Очень надеюсь, что у вас все получилось. Пишите мне в комментарии, понятно ли я объясняю, хорошие ли мои уроки. Мне это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это греет душу. Ну что ж, давайте будем измерять кардиган. До стирки я измерила кардиган. Сейчас я его постирала. И также вам скажу, насколько он вытянулся. До стирки длина кардигана от ворота и от линии реглана у меня был 61 сантиметр. Сейчас у меня 63,5. Длина рукава 58 сантиметров до стирки. Сейчас 61 сантиметр. Ширину я не мерила до стирки, но скажу вам, сколько сейчас после стирки. Вот 17 сантиметров, почти 17. Ширина кардигана до стирки 54 сантиметра было, а сейчас 54, стало 54,5. Линия реглана, когда мы вывязывали, я вам мерила и говорила, сколько там сантиметров. Я уже сейчас точно не помню, сколько у нас было. Сейчас после стирки 26 и, ну, вот чуть-чуть вот так. 26,2. Пуговки вы пришиваете самостоятельно такой же пряжей, что и вязали. Разъединяете ниточку пополам, вдеваете в иголочку и спокойно пришиваете. Я думаю, что с этим справитесь. Ничего сложного в этом нету. Ну что ж, все. Наше изделие готово. Вяжите, старайтесь, учитесь. Легких вам петелек. До свидания.